Друзья, добрый день. Мы начинаем третий день дискуссионной платформы Космоско Talks, ярмарки Космоско этого года, которая впервые получила тематическое обрамление вокруг темы соприсутствия, имея в виду чрезвычайное положение, которое ярмарка организовывается в этом году. Мы понимали, что проектировать и саму ярмарку, и саму дискуссионную площадку было бы неправильно, да, не обращаясь в первую очередь к практическим аспектам и прагматике, да, выживания и культурных институций, и художников, и коллекционеров, и кураторов, и других арт-персоналов в текущий момент. И продолжая серию дискуссий, посвященных самоорганизованным инициативам и способам выживания ярмарок, больших мегапроектов, биеннале, тема, к которой мы обращались в прошлые годы, прошлые дни, мы сегодня хотели бы обсудить в первую очередь вопросы выживания и новые операционные модели, а также программы, которые предлагают различные коммерческие институции, там как российские, так и зарубежные, в связи с пандемией, каким образом они отреагировали на эти проблемы времени. Сразу после нашей дискуссии состоится специальный круглый стол, организованный музеем «Гараж», посвященный социальной функции музея в России во время глобального кризиса. Не пропустите ее, и завершится сегодняшняя программа дискуссии в 6 часов вечера, посвященная перспективам технологии блокчейн для коллекционирования, для определения и верификации подлинности проектов современного искусства. Мы обсудим ее с различными как представителями различных арт-стартапов и блокчейн-маркетплейсов, так и специалистами, основателями блокчейн-галереи и одним из художников. Будет интересно, приходите. Но начнем мы именно с обсуждения некоммерческих институций и фондов, да, различных форматов. Вы увидите, что мы собрали максимально разные институции для одной дискуссии, поскольку понимали, что сам фонд «Космоско», который я представляю в данном случае на дискуссии, да, воспринял пандемию как способ, не столько как большую проблему, как ресурс для продуктивного переосмысления вообще той миссии и тех организационных задач, которые стояли до этого перед институцией. Это была возможность подумать о том, куда вообще мы движемся, какими методами мы взаимодействуем с художественным сообществом и другие вопросы, касаемые именно релевантности тех или иных программ. И, разумеется, финансовые ограничения этого года, другие, да, отмена программ, сворачивание всех запланированных проектов первой половины этого года, да, для нас было неким продуктивным толчком для вырабатывания новых программ. Нам удалось инициировать несколько даже грантовых программ. Например, мы стали победителем конкурса «Общее дело» программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда имени Потанина, благодаря которому мы реализовали проект «Ближе», поддержав 15 молодых российских художников, работающих с экспериментальными стратегиями, так или иначе интерпретирующими педагогические, образовательные модели в своих художественных практиках. И они создали для нашего курса специальный экспериментальный образовательный курс онлайн. И надеюсь, что будет положено этим начало такой большой платформы, которая будет развиваться и дальше, и по окончанию этого года. Кроме этого, мы запустили программу «Сериал» по поддержке молодых художников, работающих с графическими романами, с сериями, различными онлайн романами, как мы называем, для интернета, для Инстаграма, и другие разовые, точечные акции, которые помогали художникам выжить в легкое время, когда они остались без постоянной поддержки со стороны государства и больших других культурных институций. И в том числе мы инициировали конкурс «Audiborn Digital», который поддержал художников, работающих с цифровым искусством. И проект Павла Сидимирова вы можете увидеть до 20 сентября в «Audiborn City» в центре на Никольской улице, а также у нас на специальном сайте, на сайте фонда «Космоско». Но чтобы перейти к обсуждению того, как наши коллеги обратились и отреагировали на ситуацию пандемии, я, наверное, хотел бы для начала задать вопрос о… Наверное, перейти, возможно, да, для начала к Аарону Сазару и задать вопрос о вообще новых, так
называемом новом интенционализме. Во время пандемии директор музея центров Улинцев в Пекине Филипп Тинари потом упомянул о том, что, разумеется, требования времени во многом определяют и новые интенции работы кураторов. Новые темы, новые способы работы с искусством, новые отношения к логистике, к грузоперевозкам и так далее. Я хотел бы узнать у Аарона, возглавляющего лондонскую организацию Delfino Foundation, существующую с 2007, если не ошибаюсь, года, да, как изменилось, как повлияла пандемия, в первую очередь, на ваше программирование, поскольку ваша организация изначально была ориентирована географически на поддержку художников, живущих в Африке, на Ближнем Востоке, на Юго-Восточной Азии. Последние годы она формировалась вокруг тематических программ, связанных с политикой еды, с перформансами. Ваша институция курировала перформативную программу Венецианской биеннале прошлого года, отвечала за большое количество резиденциальных программ в Лондоне, очень ярких, интересных проектов, которые поддерживали как кураторов, художников, так и коллекционеров, что тоже очень ценно и интересно. Но также вы развиваете такие интересные форматы, как Family Lunch, экспериментальные форматы работы с сообществами, объединения людей за ужинами, и которые требуют, разумеется, присутствия всех участников. Мне хотелось бы обсудить с вами, как вы адаптировали ваши программы в веку времени, и как вы мыслите изменения вашей организационной деятельности на ближайший минимум год? Thank you so much for this. Большое спасибо за возможность выступить сегодня. И поздравляю организаторов ярмарки. Очень здорово, что эта деятельность продолжается, даже несмотря на пандемию. Много чего отменилось, много чего перенеслось. Говоря о нашей работе в Delfino Foundation и моей работе в качестве куратора, год действительно выдался очень непростым, как для меня, так и для моих коллег. Я думаю, что пандемия повлияла на всех нас, причем как в профессиональном качестве, так и в личном. Говоря о работе нашего фонда, как вы сказали, мы работаем с художниками со всего мира. В Великобритании были введены ограничительные меры в связи с коронавирусом. Карантин начался в марте, и нам, по сути, пришлось разослать всех художников по домам. В Африку, в Азию, в Латинскую Америку, в Северную Америку, в Европу. Вот. И, знаете, я почувствовал себя будто бы работник посольства, который отвечает за то, чтобы отправить всех своих граждан домой. И это было очень важно, на самом деле, чтобы обеспечить безопасность художников и доставить их домой тоже надежно и безопасно. Потому что тогда как раз был один из пиковых моментов в пандемии. Еще один важный момент, и я думаю, что все участники согласятся, тогда очень важно было поддерживать отношения и расширять свою сеть, чтобы действовать совместно. И вот наши резиденты, которые были вынуждены отправиться домой, все равно продолжили работу с нами уже онлайн. На протяжении, например, 6 недель мы продолжили с ними работу и довершили проекты, которые были уже начаты, художественные и исследовательские. Потом каждую неделю мы организовывали такие интернет-визиты в студию художника, в мастерскую, и это была замечательная возможность для художника получить очень важную обратную связь по своей деятельности. Еще у нас есть вот семейные ланчи, как вы говорили, это такие камерные мероприятия, каждые 2 недели собираются до 30 человек, и там профессионалы мира искусства, художники, коллекционеры, все вместе едят и обсуждают релевантные, самые такие актуальные вопросы дня. И во время пандемии мы сделали несколько виртуальных таких ланчей. Мы попросили художников предложить нам какие-то рецепты, что-то, что люди могут приготовить дома. И помимо этого мы заказали у художников онлайн-презентации. По сути, презентация была очень похожа на то, что у нас происходило обычно.
Мы попытались все эти физические атрибуты перенести в онлайн и ограничили наличие онлайн-контента на этих мероприятиях, потому что, знаете, когда только началась пандемия, все рванули в онлайн и все начали организовывать контент. Его стало просто слишком много. И вот идет эта профессиональная деятельность, но при этом люди лично испытывают очень непростые времена, это травмирующий опыт. Поэтому мы решили, что на самом деле важно как-то сосредоточиться на себе, пересмотреть свой бренд. И мы поняли, что нужно стать платформой для художников, которая их поддержит, потому что большое количество возможностей закрылось, выставки отменялись и так далее. Возвращаясь к мысли о том, что важна сеть, каждые две недели у нас есть конференц-звонок по стратегии с крупными лондонскими институциями, где мы обсуждаем вопросы возвращения к нормальной жизни, открытия, мер предосторожности, маски, санитайзеры. И также там поднимались такие вопросы, как недавнее развитие в связи с движением Black Lives Matter и как это все связывается с коронавирусом. Идея таких звонков, опять же, сплоченность. Такая инициатива для работы вместе. И вот от коллег вы еще об этом услышите. Сейчас мы активно думаем о том, как репатриировать художников, потом работать с ними онлайн. И на самом деле, вот буквально уже на следующей неделе у нас резиденция возобновится, мы снова открываемся. Спасибо. Очень важным в части вашего фонда является резиденциальная программа. И, в принципе, сама идея творческой мобильности как главного триггера, источника вдохновения для новых художественных проектов, для обмена опыта, для погружения в новую художественную среду, она как будто бы кажется несовместимой, да, с пандемией, с постоянной ситуацией закрытых границ. И в этом плане я хотел бы, может быть, услышать в данный момент мнение Натали Англе, сооснователя и исполнительного директора Residence Unlimited, нью-йоркской организации, которая выстроена в первую очередь вокруг резиденциальной программы и базируется в бруклинском бывшем католическом костеле. И мне хотелось бы услышать, Натали, ваше мнение, потому что в том году вы запустили совместно с Московским музеем современного искусства обменную программу для российских художников, кураторов и галеристов по их размещению в вашей резиденции. Какие у вас дальнейшие планы, да, и как вы видите? Можете вопрос еще раз конкретно повторить? Не совсем уловила. Вопрос в том, насколько вы видите развитие вашей программы в ближайший год, сохраняются ли ваши планы относительно обменных программ с Россией, с другими странами, и планируете ли развивать онлайн-резиденции, или онлайн-тейковеры, как формат альтернативным резиденциям в физическом пространстве? Да, большое спасибо за уточнение вопроса, но в первую очередь позвольте сказать, что действительно в прошлом году мы были очень-очень рады. Мы стали партнерами с ММО и выбрали трех российских художников. Ин Гестбург, Елена Ищенко, куратор, главный куратор центра типографии в Краснодаре, и Сергей Гущин, основатель галереи «Фрагмент» в Москве. И это для нас был первый опыт, когда мы организовали резиденцию для галериста. Это оказалось очень продуктивным и для них, и для нас. Надеюсь, что мы действительно сумеем продолжить организовывать резиденции для российских художников, кураторов и галеристов. Говоря о вашем вопросе, я, наверное, соглашусь уже со многими из того, что сказал Аарон.
Нужно быть приземленным и практичным. Касательно работы, в марте началась пандемия, и у нас тогда находилось 13 резидентов, художников, кураторов. Кто-то вот буквально только-только приехал, и они были вынуждены через 2-3 недели возвращаться уже домой. Арен тоже правильно сказал, что безопасность тогда была ключевым моментом. Мы организовали им перелеты домой. Но вместе с тем нам и повезло. Мы тогда запланировали две программы для художников из США и Нью-Йорка. Программы должны были начаться в апреле. И вот буквально в тот же момент, когда уехали международные художники, зарубежные художники, они проходили по двум другим программам. Первая — NYC 2020 Residency, которая фокусируется на небелокожих художниках, художниках-женщинах и художниках, представляющих ЛГБТ-сообщество. И также еще одна программа по вопросам продовольственной безопасности. Эти программы, на самом деле, со временем пандемии стали еще более релевантными. Художники подбирались посредством open call с советом жюри. И когда ситуация переменилась, мы запросили у художников согласие на то, чтобы продолжить резиденцию уже онлайн. Все согласились. И для меня лично это был особый момент. Я испытала огромную благодарность. Мы уже не смогли встретиться лично. Но художники решили не откладывать, например, на следующий год, но для них и для всех это тоже был весь первый опыт стать резидентом, но онлайн. Все такое необычное, мы решили все-таки сделать это вместе, и получилось очень здорово. Мы видим такую деятельность у других коллег. Дельфина также делала. У нас были виртуальные посещения мастерских, были воркшопы. Нам даже это позволило расширить географический охват. Мы смогли пригласить людей не только из США. И вот это одна из положительных сторон виртуальной резиденции, потому что действительно можно охватить намного более широкую аудиторию. И вот это как раз продолжалось 3 месяца. Соответственно, мы были очень заняты, но в параллель с этим мы запустили дополнительную программу для международных художников, которых нам пришлось отправить домой. И у нас будет онлайн-выставка «Открытки из дома», «Postcards from home», которая будет проходить онлайн, а работы будут создаются как раз с этими художниками из дома. Здесь будет все полностью в сети. Говоря про планы на будущее, мы надеемся, что наши международные резиденции возобновятся с личным присутствием в следующем феврале. Насколько вы знаете, сейчас в США границы закрыты для большинства стран мира. Кто-то из зарубежных художников все еще может прилететь. У кого-то есть виза, у кого-то нет, а если посмотреть сейчас на консульство США, то по большей части они тоже пока закрыты, и визы получать не получается. Я думаю, что все вы прекрасно тоже с этим знакомы. Есть очень много разных факторов, помимо самой пандемии. Возможно, будет вторая волна вот зимой, поэтому мы решили подождать следующего года, и только тогда будем вновь открываться. Решили не рисковать снова вести художников, чтобы потом их отправлять домой, как в марте. Мы, конечно, очень хотели бы уже открыться снова, но не получается. Ну и ладно. У нас в Совете сейчас, кстати, новый член, и мы вместе планируем онлайн-резиденции. Будем приглашать художников из Калькутты. И мы также начинаем партнерство с фондом Марью. Если посмотреть на
последний опыт работы с художниками из Нью-Йорка, из США, которые по итогам работы с нами в виртуальной резиденции заполняли опросник, можно с уверенностью сказать, что модель работает. Фидбэк был положительный. А говоря об обмене, получилось тоже на хорошем уровне качества, не только с моей личной точки зрения, но и со слов кураторов и художников, которые подключались по Zoom. Я думаю, что так можно общаться и общаться по-настоящему, хотя мне, знаете, поначалу так не казалось. Теперь я верю, что можно заниматься обменом по интернету. Конечно, конечно, это не то же самое, что встречаться лично. Это отдельная сфера. Ну, вот художники говорили, что, общаясь по интернету, они даже иногда чувствуют себя более комфортно, более раскованно. Если они в своей мастерской, они могут пройтись по ней, показать удаленно свои работы. Пожалуй, на этом я пока завершу. Скажу только, что действительно будет много еще возможностей, и в следующем году мы, наверное, будем работать по гибридной модели. С личным присутствием. Может, кому-то из кураторов и не захочется ездить по студиям и мастерским. Может, они захотят сделать это онлайн. И я думаю, художники не откажут. Иметь возможность найти себе силы, не спешить, да, и отложить какие-то программы на какое-то время ради какого-то здоровья друг друга, возможно, в данном случае оправдывает. Да, такое решение. И я хотел бы спросить Франческо Монакорда, художественного руководителя фонда VEC, который является ответственным за программу этого фонда с 2017 года. До этого Франческо занимался, был художественным руководителем Tate Liverpool, отвечал за курирование Ливерпульской биеннале 2016 года. Франческо выступал также сокуратором биеннале в Тайпе 2018 года. И вопрос мой касается, в первую очередь, наверное, переосмысления работы с выставками и с вопрос, еще до пандемии фонд VEC прекратил работать с выставочным форматом, как, наверное, основополагающим. И более полутора лет фонд не производил выставки как продукт в Москве. Связано ли это с желанием тоже переосмыслить формат презентации искусства? И как вы видите для себя, какие планы пандемия внесла в ваше расписание открытия электростанции ГАЗ-2, запланированной на осень этого года? Большое спасибо за приглашение и большое спасибо за эти вопросы. Они действительно очень актуальны. Я думаю, что мы в VEC и особенно в контексте проекта ГЭС-2, сейчас действительно много думаем о том, что такое общение с публикой. И не то, что мы хотели полностью прекратить делать выставки, скорее мы хотели пересмотреть наш формат, в частности, в привязке ко времени. Мы хотели бы думать и о других форматах, не только визуальное искусство, но и кино, танец, перформанс, музыка. И это стремление на самом деле всегда было в основе нашей работы и нашего программирования, даже до пандемии. Что касается формата выставок, мы хотели действительно пересмотреть этот формат. Мы хотели бы по-другому придумать этот формат, чтобы выставка превращалась в некий живой организм, и чтобы выставка вписывалась в контекст жизни. Обычно выставка же просто открывается, потом она функционирует, не меняясь, затем она закрывается, и на этом все. Но
мы хотели бы обратить больше внимания на этот физический, пространственный 3D-аспект выставок. Мы подумали о том, что мы можем поэкспериментировать с форматом выставок, включить пространственно-временной аспект в работу выставок, подумать о том, как накапливаются знания в процессе функционирования выставок, в процессе подготовки к ним. Над этим мы работаем, я бы сказал, последние года три. Что касается пандемии, конечно, она оказала определенное влияние. Несомненно, все перешло в онлайн, но кроме того, мы уже на этот момент думали о том, как пересмотреть работу нашего фонда и проектов, которые мы создаем. Пандемия внесла свои коррективы в части транспортировки, логистики, формата проводимых мероприятий. Но самое важное, я бы сказал, это вопрос актуальности, релевантности. Как нам остаться релевантными в мире, который сейчас меняется? Как нам сохранить свою актуальность в этом мире? Поэтому пандемия дала нашей команде возможность остановиться и поставить под сомнение все, чем мы занимались, задаться вопросами об этом. Мы действительно готовились к открытию нового центра, но не то, чтобы мы были на финальном этапе подготовки нашей программы. Поэтому мы рассмотрели пандемию как некую возможность сделать шаг назад, подвести итоги того, что уже было сделано, и спросить себя, релевантно ли то, чем мы сейчас занимаемся. И я бы сказал, что мы стали во время пандемии работать еще более неустанно, чем раньше. Мы постоянно вели обсуждение того, как мы можем подстроиться к новому глобальному сценарию, который сейчас разворачивается во всем мире. Возвращаясь к релевантности, мы обсуждали два основных вопроса. Первый — это вопрос локальности. Не только из-за того, что путешествовать трудно и весь мир несколько замедляется, но мы также поняли, что прозвенел своего рода звонок, и пандемия только ускорила это. Встал вопрос о том, что институции должны быть актуальны и релевантны именно в локальном контексте. Отсюда мысль о том, чтобы поддерживать локальное сообщество художников. Разумеется, мы этим уже занимались, и, например, Космоску, в принципе, тоже занимается тем же интеграцией локального сообщества в мировую экосистему. Помимо этого, еще один важный аспект и важный вопрос для нас — это работа с общественностью и с публикой. И за месяцы локдауна и изоляции мы пересматривали вопрос вовлечения публики. В целом, какие-то зачатки этого мы видели и ранее на Западе, и ситуация еще больше обострилась с движением Black Lives Matter. В России команда хотела, чтобы наша институция работала в связке со всем остальным миром, не была от него изолирована. В этой связи нам было важно учитывать эти глобальные тенденции и явления. Таким образом, мы, еще раз скажу, пересмотрели то, как мы общаемся с местными художниками, деятелями искусства и с местной публикой. Я думаю, что сейчас это действительно самый важный капитал, который следует накапливать институции, оставаться актуальной в том контексте и в том месте, в котором она работает. Да, спасибо, Франческо. Сьюзен Касс, следующий спикер, представляет, наверное, самую институцию с самой длинной историей, да, из всех представленных сегодня. SES Artslink,
Эта организация создана в 1962 году для развития культурной дипломатии и культурного обмена между Соединенными Штатами Америки и десятками стран по всему миру, в том числе Советским Союзом. И мне кажется, Сьюзен, я хотел бы услышать ваше тоже мнение о том, как вы адаптируете вашу деятельность, вашей организации, в том числе фестиваль «Арт-проспект», российские проекты, инициированные в вашем петербургском офисе. Как они изменились за последние несколько лет и повлияла ли пандемия на ваши планы? Поскольку паблик-арт – один из самых тоже уязвимых жанров современного искусства, которые пострадали из-за пандемии, вокруг которого разворачивается очень большая дискуссия о будущем общественных пространств, да, о новых правилах взаимодействия общественных протоколов и как паблик-арт может переосмыслить новый способ коммуникации в общественных пространствах. Планируете ли вы как-то и в рамках фестиваля, и в рамках других программ откликаться на эту проблематику? Большое спасибо, Александр, за эти вопросы, на которые ответить будет достаточно непросто. Действительно, последние месяцы мы много над ними думаем. Большое спасибо за приглашение, и мне было очень интересно послушать моих коллег. По-видимому, у нас общие проблемы и вызовы. Мир стал меняться. У нас был момент... отправлять художников обратно и так далее. И у нас было время подумать о том, как мы можем реструктурировать наши программы. Организация, которая организует резиденции, у нас нет студии, наши программы, конечно же, во многом зависят от встреч с людьми. Это действительно все про человека, про развитие отношений с конкретным художником, с конкретным куратором и так далее. Поэтому мы приняли решение о том, что мы отложим резиденции до того момента, пока не будет безопасно путешествовать. Таким образом, мы разработали ряд других форматов, которые позволили бы нам каким-то другим образом собрать наших резидентов. Например, ожидалось, что некоторые американские резиденты приедут в Петербург. Мы организовали встречи с ними в другом формате, и для нас это был очень интересный эксперимент. Мы могли подумать о том, как усилить наши программы. Мы стали думать о том, чтобы устанавливать онлайн-контакт между людьми еще до того, как они встретятся лично. Поэтому мы сделали упор на выстраивание отношений онлайн. И мы поняли, что сейчас действительно нетворкинг играет большую роль. Этим мы и занялись. Что касается арт-проспект, конечно, первый вопрос для нас, можем ли мы это организовать безопасно. Вторая проблема — это то, что Россия сейчас закрыта, и это международный фестиваль, и мы не можем привести на него художников из других стран. Предполагалось, что фестиваль пройдет в мае, и сначала мы его отложили на сентябрь, а сейчас мы приняли решение организовать его в двух частях. У нас будет гибридный онлайн-офлайн фестиваль в октябре, и затем я надеюсь, что у нас будет фестиваль в обычном формате в мае 2021 года. Когда мы говорим о паблик-арте, когда организация работает с этим форматом временно, то, конечно, самое главное — это интерактивность, межличностное общение и так далее. Разумеется, в этом году мы не могли это себе позволить. Поэтому мы решили организовать фестиваль для людей со всего мира. И тема фестиваля — это охота на сокровища, treasure hunt. Поэтому мы решили организовать такую интерактивную карту, чтобы участники могли этим заняться онлайн. Мы попросили художников создавать такие работы, которые можно было бы показывать в их частных пространствах, на балконах, например, на окнах, может быть, во дворах, для того, чтобы художники могли
делиться своей работой с публикой в октябре и, конечно же, параллельно размещать эти работы на онлайн-интерактивной карте. Конечно, мы подумали, что будет некомфортно организовывать лишь офлайн-фестивали и одновременно приводить туда большое количество людей, поэтому мы пересмотрели формат фестиваля. Кроме того, мы попросили художников делать VR-проекты и также организовали посещение таким образом, чтобы каждый мог индивидуально посмотреть те или иные работы. И еще одна проблема в пандемии — это, конечно, финансовые проблемы художников. И мы выдавали художникам небольшие гранты для того, чтобы они продолжали создавать свои проекты. Мы постарались максимизировать такие гранты, а также информировать художников о таких возможностях для того, чтобы они продолжали творить. Фестиваль пройдет с 15 по 18 октября, и, конечно, для нас это эксперимент, потому что мы впервые будем демонстрировать паблик арт онлайн. Это звучит как оксюморон. Тем не менее, мы надеемся, что люди посмотрят эти работы онлайн и офлайн в своих соответствующих городах. Звучит крайне интригующе. У нас на ярмарке представлено тоже довольно большое количество паблик-арт-проектов, и мы видели тоже свои миссии в этом году переосмыслить общественное пространство и с помощью перформативной программы и интервенции художников, как открытых студий винзавода, которые по расписанию все эти три дня производили перформансы или художественные интервенции в общественное пространство, как раз регулирующие наши протоколы взаимодействия или да, обращающие внимание на новые правила да, и осторожность да, обращения с, друг с другом и, в общественных пространствах. А также у нас представлен проект Кати Муромцевой в рамках как один из трех проектов победителей премии «Турбулентность» совместно с катарским агентством посольства Катара. Это проект тоже можно отнести к «Balcony Art», да, к тенденции работы с балконом как общественным пространством, особенно да, обострившимся этой весной. Русской художнице, жившей в тот момент, находившейся в Загребе, где она на своем балконе, парафраз да, известной акции Сани Ивекович, организовала балконную резиденцию для своих друзей-художников. И балкон, воссоздан у нас на ярмарке при входе, встречает гостей как некий символ этого пандемийного времени. И яркий образ, который, мне кажется, да, уже войдет в историю, может быть, нового русского искусства. И если мы, если обращаться к истории, может быть, нового поколения российского искусства последних 20 лет, я хотел бы перейти к следующему спикеру Ане Зыкиной, директору фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина и сооснователя галереи ArtTube, представляющей тиражное искусство и объекты на стенде на ярмарке в этом году. Аня возглавляет фонд с довольно интересной историей. Да, фонд существует порядка 12 лет, если не ошибаюсь, 2008 года, и является одним из самых заметных фондов в стране, вырастив одно из сильнейших да, целых поколений современных художников, оказывая им поддержку и развитие планомерно до протяжении долгих лет. И в этом году Владимир Смирнов и Константин Сорокин передали в дар Третьяковской галереи работы из своей коллекции, которые вошли в положили основу новой коллекции современного искусства последних двух десятков лет новой Третьяковской галереи. Что кажется очень важным, знаковым событием для истории российского искусства. Эта выставка закрылась буквально неделю назад, да, 6 сентября, в Новой Третьяковке. Но, мне кажется, представила невероятно да, сложное да, хитросплетение ваших взаимоотношений с художником самых разных поколений, самых разных методов да, и политических взглядов, и эстетических взглядов. Каким образом да, вот вам удавалось все эти 12 лет оставаться домом для и по-настоящему дружеской такой рукой для этих художников и при этом
сохранить, остаться верным себе, и как вы, собираетесь развиваться дальше? Да, Саша, спасибо тебе большое. Во-первых, за приглашение. Всем добрый день, добрый вечер. Да, на самом деле пандемия внесла свои корректировки как и в работу фонда, так и подготовку масштабного проекта. Для нас, как для фонда, это очень крупный проект. Мы до этого только участвовали в разных биеннале, но, как мы понимаем, что это не тот масштаб, который мы для себя устроили. Мы активно готовились к проекту, который должен был открыться именно в Новой Третьяковке в начале апреля, но пандемия внесла свои корректировки, как я уже сказала раньше, и мы вынуждены были трепетно ждать, когда можно будет открыться снова, не открыться, а продолжить подготовку, потому что, я даже так скажу, мы уже начали застройку, она практически была готова, были какие-то моменты, связанные с развеской, но из-за карантина все отменилось. То есть здесь, конечно, для нас возникал вопрос, что будет дальше, так же, как и у всех. То есть будем ли мы открываться, нужно ли сразу же демонтировать эту выставку и так далее, и так далее. Но спасибо большое Новой Третьяковке, которая все-таки решила не отменять проект, и мы открылись, как только открылся музей. Это случилось 3 июля. То есть мы сделали пресс-показ. Естественно, музеи смотрели на то, как уже стали открываться музеи в Европе, соответственно, со всеми ограничениями, с масками, с перчатками. И, к сожалению, у нас не было официального громкого открытия, где мы хотели пригласить много гостей, коллекционеров, кураторов, директоров. Ну, то есть для кого это в первую очередь делалось, чтобы показать масштаб этой выставки. И мы смогли только сделать пресс-показы тоже по сетам, художников позвали для того, чтобы хотя бы в СМИ это прозвучало. Ну и потом уже 2 месяца мы работали точечно, звали гостей, водили экскурсии, были экскурсоводы от Новой Третьяковки, от фонда, которых мы специально обучали. То есть для нас это сложный был проект. Как, естественно, как и в подготовке, потому что мы начали разрабатывать, даже не разрабатывать, а подготавливать к дару работы еще больше года назад. Вообще вся эта идея попала. И в октябре прошлого года мы сделали большую презентацию того, что этот дар состоялся, и ждали уже открытия этой выставки. Поэтому это, конечно, колоссальный труд, то, что мы сделали. Вот. И я надеюсь, что, ну, как вы понимаете, работа на этом не заканчивается. Одно дело передать в дар, открыть выставку, а другое показывать, что это очень важное событие, и нужно продолжать пополнять коллекцию музеев, пополнять коллекцию именно 21 века, потому что не представлено в таком масштабе, мне кажется, ни у кого. Ну, я не смотрела, конечно, другую аналитику, как там в Пушкинском музее и так далее, у них там свои коллекции, но в Новой Третьяковке... Новой Третьяковке тот же самый дар Винзавода. Да, да, от Винзавода, но там буквально несколько работ. Конечно. Да, большая часть вещь, это у, да, нас была. И я еще так скажу, у нас помимо того, что просто мы передали дар, да, нужно было правильно понять с точки зрения, как передать эту информацию, что не просто вот, пожалуйста, смотрите, мы передали дар, а главное историю показать. Также мы представили, помимо того, что это дар коллекции, да, определенных работ, но в том числе архив фонда за 12 лет. И я также еще хотела сказать, что я присоединилась в коллектив и стала директором фонда только в 2013 году.
А в 2008-м Валерия Коваленко, так сказать, не знающая вообще ничего, она стала у истоков того, что создала этот фонд. Вот. Ну, в основе вашей работы вашего фонда лежит именно формат краткосрочных резиденций. Да. Your foundation mostly runs short-term residences. But still you fly in artists. And for many regional artists, it is достоинством, которое вы с очень большой легкостью, свободой представляли художникам из различных регионов. Во время пандемии как вы функционировали? Какие были инициированные программы, кроме того, что я знаю, что вы были очень активны онлайн, и вы поддерживали очень художественные проекты по экспериментального толка, работы, авторские проекты Насти Кизиловой. Мне кажется, было бы интересно о них рассказать. Да, все верно. Когда мы ушли, можно сказать, на перерыв, все ушли на перерыв, мы не знали, если честно, чем заниматься, потому что у нас вся наша деятельность была сосредоточена в том, что у нас есть своя мастерская, где мы делаем арт-резиденции, и по итогу каждой резиденции мы даем возможность сделать выставку этих художников. Да, она не идет ни неделю, ни месяц, буквально обычно от 3 до 5 дней для того, чтобы зафиксировать процесс, который был, это может быть 2 недели, месяц, сколько резидент у нас находился. Естественно, когда мы ушли на карантин, то мы очень долго думали, чем же нам заняться. Естественно, в первую очередь мы пошли онлайн смотреть, что делают наши партнеры. Это, соответственно, лекции, встречи, безумное количество звонков через Zoom. И потом мы поняли, что начали общаться с художниками, с которыми мы постоянно работаем, и понимали, что для них в первую очередь стало трудно существовать с точки зрения, что у кого-то паника началась, нету денежных средств на создание работ, кто-то в привычном своем ритме продолжает делать работу в своей мастерской. Но самое главное, мы обратились также к Насте Кизиловой, как ты уже сказал, и она придумала проект, когда можно помочь художнику с помощью лекций, перформансов только онлайн. И мы сделали больше 15 таких встреч онлайн, которые проходили где-то от часу до двух. И тем самым мы не просто решили, что вот давайте мы это сделаем, нам нужно заполнить контент. Нет, здесь первая задача была в том, что мы хотим поддержать художнику, и каждый художник у меня получил гонорар. Это главный критерий был. Я так думаю, что многие так работали, учитывая, что нельзя делать что-то в резиденции, но можно помочь с другой стороны. То есть мы слушали музыку группы Ели Кук. Также нам Иван Горшков рассказывал про свою работу, где он в городе Воронеже создает в мастерской свои новые объекты под разные проекты, которые у него как раз вот в сентябре открылись и на Аркстоянии, и в Триеннале, и так далее. Вот. Но также нам стало интересно, что если мы начали узнавать у художников, что их интересует, мы сделали небольшие такие высказывания. Называлось это «Мнение художников на карантине». Мы попросили наших же художников попросили рассказать, что они делают, только в свободной форме, где можно было зафиксировать именно в социальных сетях и тем самым поддержать, рассказывая о их деятельности. И также мы еще придумали такую поддержку, учитывая, что у нас нету резиденций, мастерская простаивает, потому что вы все прекрасно помните, у нас ввели пропуска. Можно было только, оформив пропуск, выезжать 2 раза в неделю, а у нас же художники не живут возле нашей мастерской. Поэтому нам пришлось, поговорив с художниками, придумать инициативу, называется «Искусство на карантине».
тем самым художники делали разные выставки. Эта выставка была тоже на балконе, но не так, как у Екатерины Муромцевой, конечно. Плюс мы просили рассказывать, что он делал в своей мастерской. То есть это условно практически у каждого художника есть своя мастерская, и он может сделать там свою выставку. Тем самым мы давали деньги на продакшн, либо гонорар в этом случае, если у художника это все есть. То есть мы подтверждали проекты, которые нам интересны, но делали не на нашей площадке, а на площадках художников. Тем самым давали возможность, что это тоже может быть, и я думаю, что в дальнейшем это... Идея у нас тоже может быть. То есть... Отличная идея. И в целом ваша программа, это, мне кажется, пример того, как очень малыми средствами и малой командой, знаю, у вас всего лишь несколько человек работает. Да, четыре человека. Четыре человека, да. И вы сделали проект, который настолько был заметен сообществом и выполнял социальную функцию поддержки, в том числе финансовой, конкретных художников. Он строил сообщество, объединял, опять же, его вокруг вашего фонда и очень ярко прозвучал во время пандемии. Я считаю, что это какой-то большой успех, да, и пример, мне кажется, работает тоже другим местным организациям вот таким способом, когда не требуются совершенно гигантские бюджеты, да. Конечно. Требуется точечное кураторство и правильный подход к поддержке конкретных имен и реакция на запрос самой среды. Да, я еще хотела дополнить, что помимо вот всех этих программ, которые мы сделали за время пандемии, мы решили еще на этом не остановиться, сделали благотворительный онлайн-аукцион, который прошел 14 июня. Да, это практически перед выходом из карантина, но все равно дали возможность поддержать и художников, и в благотворительности, потому что у нашего мецената Владимира Смирнова есть еще два фонда. И совместно с фондом «Образ жизни и его благо» мы устроили прекрасный аукцион, где участвовали художники от фонда, предоставив одну из работ, которые мы отбирали совместно с моим арт-директором Владимиром Логутовым. Также к нам присоединились партнеры разных институций, как галерея Мельченко, Астра, Синтаксис. Они тоже предоставляли работы художников для того, чтобы по итогу нам можно было собрать больше денежных средств, которые пошли на поддержку художников и также закупка ИВЛ, что я считаю очень правильным после пандемии даже, потому что пандемия на самом деле не закончилась. Все равно она есть, мы все равно соблюдаем дистанцию, но в больницах проблема не меняется в любом случае. И эти средства, они необходимы будут всегда и потом тоже. Абсолютно. Спасибо, Аня. Пожалуйста. Алиса, ты удивила, наверное, многих в этом году, да, тем, что не только запустила свою собственную галерею на ярмарке Космоскоу, Алиса, да, которую впервые показываешь у нас на ярмарке здесь, но во время пандемии, когда все фонды и институции стали сворачивать свои программы или закрываться, вы объявили об открытии новой институции, нового фонда при поддержке искусства «Голубицкая», которым ты являешься главным куратором. Это новый фонд, который был основан в этом году меценатом Александром Мечетиным, который является в том числе основателем и владельцем Центра современного искусства «Заря» на Владивостоке, куратором которого Алиса в том числе и является. И это действительно новый фонд, который получил свое место на винодельне на Таманском полуострове, с целью исследовать пространственный, в том числе опыт искусства и выстраивание межкультурного диалога, где в основу положена в том числе и резиденциальная программа. И я хотел бы узнать, как так получилось, что в этой ситуации вы видите возможным реализацию такой модели, где именно резиденция, да, и формат такого межкультурного взаимодействия может быть какой-то работающей операционной моделью, какие у вас планы и как вы видите себе программу на ближайшее время?
Саша, спасибо за представление и вопрос, и приглашение. Я два слова скажу, что здесь, конечно же, все немного осложнилось в связи с пандемией. Дело в том, что не во время пандемии мы решили открывать фонд, это давно спланированный проект, и это не новая институция. По сути, это перетекание в новый регион части функций, которые выполнял Центр современного искусства «Заря» во Владивостоке, который был в меньшей степени ориентирован на художников, который был ориентирован и на художественное сообщество, и на городские сообщества, и который делал выставки, и работа которого активная, событийная, должна была в 2020 году завершаться. И, конечно же, мы очень расстроены тем, что мы не смогли ничего сделать в 2020 году, и большая часть проектов, которая была запланировано, не состоялось, в том числе, потому что большая часть из них была проектами международными. Выставки передвижные, выставки привозные, коллаборации, которые не могут состояться в этом году, не смогли произойти и завершающие резиденции, и финальные резиденции обменных программ, такие как контактные зоны, и поэтому обязательства, которые должны нами были быть выполнены до декабря, вероятно, перетекают уже в новые регионы, должны будут переосмыслены. Соответственно, консервация «Зари» связана с тем, что там будет постоянная экспозиция, демонстрирующая архив наших наработок, коворкинг, библиотеку, общественное пространство сохранится, но резиденциальная программа действительно и программа контактной зоны будет реализована в другом регионе. Наверное, я бы не говорила о том, что это создание новой институции, потому что, несмотря на то, что бренд остался в Владивостоке, как говорят в виноделии, я сейчас узнала, по географическому наименованию остается «Заря» и будет фонд искусства «Голубицкая». При этом это в ядре одна и та же организация, которая меняет место действия. И в масштабе России, конечно, это выглядит колоссальным шифтом, особенно если мы понимаем, что мы из города, где в первую очередь у нас включился инстинкт самосохранения, мы подумали, как мы должны защитить небольшую команду, которая встречает людей, и это было очень тревожным закрыться. Уже закрылись институции на карантинные меры в Москве, а во Владивостоке все жили, как будто ничего не происходит. Да. Летали рейсы изо всех стран, и все были открыты, и «Заря» закрылась первой. Во многом благодаря примеру музея «Гараж» московского, который тоже закрылся раньше остальных, потому что мы подумали, что мы должны быть ответственны. Но это имело колоссальный, очень тяжелый эмоциональный эффект, потому что все спросили, кто у вас заболел? Мы находимся и получаем бесплатно площади от большого арт-кластера в бывшей швейной фабрике «Заря», которая сдает площади в аренду, и фабрика очень испугалась этому нашему ходу. Она сказала, что нас съезжает арендатор, и мы теряем выручку, откройтесь немедленно, вы всех напугали. Во всех новостях появилась, вот сидит Марина Кириллова, управляющая центром «Заря», которой пришлось держать удар. Она должна была всем объяснять, что никто не заболел, что это превентивные меры, мы не хотим, чтобы люди болели, наденьте маски, протрите ручки спиртом. И это сложное действие, в том числе резиденция, она может быть открытой, но мы понимаем, что художник имеет право отказаться от своей резиденции, потому что он не хочет садиться в самолет, он хочет обезопасить себя, он боится заболеть так далеко от дома, и поэтому все, что мы могли сделать, это быть контактными и... При том, что мы не могли предложить ему перенести его визит на следующий год. И для многих проектов это тоже было критично, потому что, по сути, люди вбегали в последний вагон горящего поезда, как говорят у нас в России. И говоря о Тамане, то здесь, конечно,
это для меня лично сглаживало многие негативные эффекты, потому что при том, что нужно было как-то лавировать всей негативной повесткой и искать выходы, при этом ты мог создать иллюзию устойчивости, потому что ты мог для отдельных художников и отдельных акторов создавать возможность будущего. И мы не знали, состоятся ли эти резиденции, и как скоро, учитывая, что стройка дома художника тоже не состоялась, стала все дальше и дальше отодвигаться во времени, но мы заказали исследовательские статьи, которые можно было сделать из тех мест, где художники живут, из Москвы, из Петербурга, например, Варвара Бусова, это историк-археолог, Атамань, мы сейчас мало чего знаем о Атамане, я уверена, что иностранные коллеги никогда там не были, но это единственное место на территории России, где есть античность. Да, где жили древние греки, и это очень интересно, это колыбель русской археологии, но все, что там раскопали, оно лежит в Эрмитаже, в Пушкинском музее, в Киевском музее, в Музее Востока в Москве, и практически в регионе остаются только могильные плиты, там большие глиняные горшки, которые не нужны просто музеям, они тяжелые, занимают много места, один рельеф, по-моему, есть в постоянной экспозиции ГМИ, и все остальное такое, конечно же, довольно тяжело осознавать, что там продают арбузы, и очень мало людей живет очень бедно, при том, что, конечно, историческое значение этого места очень велико. И, конечно, мы бы хотели проявить его, и работу по проявлению этого контекста мы начали из работы на фондах, архивах, библиотек, музеев, которых на Тамане тоже нет. То есть, по сути, на самом деле, пандемия дала нам возможность правильно начать работу с регионом, с узнаванием, изучением того, что где лежит, и мы опубликовали некоторые статьи научно-научно-популярного характера для того, чтобы последующим резидентам было проще работать, и они приезжали на подготовленную почву, при этом сейчас, в момент ослабления карантинных мер, там прошла первая резиденция Алисы Йоффе, которая работала с местным контекстом и смогла начать эту деятельность. Это было тоже очень важно для нас, поддержать хотя бы одного художника, который смог сделать проект, смог сделать выставку, у которого тоже очень много проектов остановилось. И сейчас резиденции продолжают. Там находится Сергей Куликов, который изучает архитектурный палимпсест, как современный. Если вы были в России, вы видели, как люди экстравагантно строят свои дома. Вот. И это, на самом деле, оказывается характерной чертой, которая присуща этому региону со времен античности, потому что это за свою очень длинную историю никогда не было метрополией, почти всегда было, было метрополией, но почти всегда было провинцией самых разных империй, включая римскую, и российскую, и османскую, и так далее. В общем, здесь есть, конечно, с одной стороны, надежда и ощущение движения. С другой стороны, я бы хотела еще сказать два слова про проект, который более стабильно двигался и чья работа не переходила без того очень травматичный процесс разрыва, да, как произошло вот с этим переездом. Это Выксунская резиденция, которую я курирую, которая тоже не ориентирована только на художника, потому что Выкс — это моногород, а моногород, я не знаю, если в ваших странах есть моногорода, это когда город вокруг одной институции, большого завода. То есть если ты потерял работу на заводе, то все, ты не можешь никакой работы в городе найти, и поэтому это не самые популярные города для того, чтобы там жить и работать, там нечего делать, люди не стремятся туда переехать, и это создает большой кризис, в том числе для этих индустрий. Поэтому заводы вынуждены как-то менять городскую среду и, в принципе, очень властно вторгаются в поле города. Они становятся и администрацией, и экономикой, и всем. И вот оно заказало производство резиденции, которое я курирую.
и которая как раз на, работа которой направлена на эту разгерметизацию. Когда мы первый раз получили много международных заявок из разных стран мира, международных художников, мы поняли, что к нам не приедет никто. И это было, и мы не могли перейти в онлайн-формат, то есть те проекты, которые могли в них реализовываться, они не случились по разным причинам, в том числе потому, что резиденты международные получали поддержку от государства, и они не смогли подписать с нами контракт, потому что, получав наш маленький грант, им нужно было отказаться от более существенной поддержки национальной. И в итоге мы здесь, это счастливый момент объявить об этом, поняли, что мы должны, как сказал Франческо, быть актуальными локально, и начали партнерство с ГССИ в Нижнем Новгороде, которые номинировали резидентов из Нижнего Новгорода, то есть без вот этого преодоления большой дистанции международной, к нам приедут нижегородские резиденты, а резидентов этого года мы передвинем на тот момент, когда границы будут открыты, то есть здесь вот есть какая-то более стабильная и добрая работа, о которой можно говорить. Потрясающе. Алиса, возвращаясь к Голубинскому, расскажи, одна из ваших инициатив — это создание арт-парка. И это тоже парк public art проектов. Расскажи поподробнее тоже об этой инициативе и о том, как она, возможно, будет как-то видоизменяться, да, и после пандемии или нет. Спасибо. Это пока очень, как тоже в России говорят, не знаю, бедный переводчик, вилами по воде. Что это значит? Это мы в Заре во Владивостоке находились в очень большом городе, культурном, дипломатическом центре, городе-порте, где большой аэропорт, где даже есть казино. Вот, но, и теперь мы должны двигаться на Тамань, где есть сельское хозяйство и больше ничего. Ближайший город Анапа, где живет 60 тысяч человек, но отдыхает 2 миллиона россиян. И надо понимать, что это очень... как бы, это кич-столица мира, и любопытная фактура для всех. Тем не менее, это такая деревня, похожая, например, на Кап-Ферре 100 лет назад. Да? То есть, ну, я не могу описать это так, чтобы вам было понятно, что это. Я вас приглашаю приехать и увидеть. И, в общем, арт-парки на виноградниках – это известный формат, который везде существует. Но вот на этом ландшафте не очень понятно, как его делать. И он, с одной стороны, должен быть высказыванием, с другой стороны, аттракционным, с третьей – туристической достопримечательностью, с четвертой – поводов для арт-туристов туда поехать. Но на нас есть ответственность быть репрезентативными, на нас есть ответственность быть этичными, на нас есть много разных ответственностей, потому что мы с осознанием нашей роли туда приходим. И поэтому мы, конечно же, не стали навязывать этому месту музейный формат и формат вот этих таких производственных резиденций, которые, я сейчас поняла, не нужны. Нужны меры поддержки. Поэтому мы поняли, что мы должны пользоваться таким редким в России хорошим климатом, мы должны пользоваться отсутствием толпы и возможностью быть на один с объектом, один на один с природой дольше времени. Что-то, поэтому арт-парк не как режим паблик-арта, а как разнообразные дисциплины в природно-сельскохозяйственном ландшафте. И это будет... в меньшей степени скульптура и инсталляции, в большей степени малоархитектурная форма и концептуальные сады, то, что не стимулирует перепроизводство, то, что не мешает экономике этого места, потому что мы не можем доставать лозу и ставить инсталляцию. Мы должны будем приладиться к основной функции этого места. При этом мы, конечно же, должны усилить человека, тело человека, поднять
поднять его над землей, чтобы он видел и Азовское море, и Ахтанизовский лиман, и вот эту Голубицкую стрелку, чтобы его тело могло, как в сказке про Красную шапочку, лучше видеть, лучше слышать, больше выпить, не знаю. Мне кажется, сама ситуация просто еще постпандемийного обсуждения будущего искусство, да, говорит во многом об актуализации материальной стороны, да, вот материальности, тактильности искусства, о таком медленном восприятии, да, искусства, так называемом slow art, да, о том, как рукоделие и ручные практики снова привносят что-то новое в многие практики и языки современных художников. И в этом плане, мне кажется, ваша резиденция связана с тоже ручным трудом, с виноделием, да, с работой в поле, условно говоря, в контексте сельского хозяйства. Мне кажется, это тоже интересный ракурс работы для художника. Все то, о чем ты говоришь, плюс, конечно, еще очень важная политическая задача. Дело в том, что мы находимся на объекте, который новый собственник, который является заказчиком нашей работы, приобрел в готовом виде. И это довольно странная архитектура. То, что в России Куба Снопик называет романтический капитализм. В нем есть что-то от Прованса, что-то от Тоскана, что-то от Атриума и Ярославского вокзала. И, конечно же, это не похоже на прекрасные референсы арт-парков, там Шато Лакост или Фондасьон Карманьяк. Как нам полюбить плохую архитектуру? Ну, условно плохую, она многим нравится. Как должны ли мы снести все и построить здание Тадауанда, или мы должны полюбить? И, конечно, мы выбираем вариант осознать и полюбить, потому что вся Россия выглядит так. И здесь у нас есть важная роль, потому что, ну, окей, мы можем построить классное здание, которое не вступает в конфликт с произведением искусства через эстетику, но ты переходишь дорогу и видишь станицу Голубицкое, казачье поселение, ну, которое тоже выглядит интересно и которое не привлекательно туристически, потому что там есть особые уклады, образ жизни, экономические, социальные причины, почему это выглядит так, как выглядит. Так выглядит вся наша страна, и мы много времени в Заре об этом рассуждали, и здесь тоже есть эта задача, и это архитектурное планирование и попытка концептуализировать, где мы находимся, особенно на периферии, исторической колонии с дохристианских времен. Это, конечно, интересная задача, и мы не знаем пока, как ее решать, поэтому мы просто ее обозначаем, что мы надеемся, что у нас появится дискуссия и, возможно, какие-то методологии будут на этой территории обсуждены. Это часть большой работы по концепции развития этого места, развития этой территории, и к этому диалогу мы всех приглашаем. Очень амбициозно и здорово звучит. Мне кажется, если вам удастся развить таким же образом программу, как минимум контактная зона, да, и как на примере развития Зари мы продемонстрировали в партнерстве с институциями в Китае, Монголии, Японии, развив регион тоже в контексте Черного моря, Восточной Европы. Это, мне кажется, очень интересные тоже географические связи. Возможно, создать те самые пути, да, античности с Греции, с Средиземным морем, да, и познать какие-то некие такие исторические векторы, пути движения, и как бы интерпретировать их междисциплинарными тоже специалистами. Потому что, насколько я понимаю, вы планируете тоже взаимодействовать не только с художниками, а приглашать разных специалистов, от музыкантов до ученых. И мне кажется, это очень правильное направление как раз работы. Спасибо. Коллеги, спасибо вам все большое за это обсуждение. Если у нас есть какие-то вопросы друг к другу или из зала, мы можем ответить. Возможно, у кого-то есть вопросы к спикерам, каким-то конкретным, выступавшим сегодня. Да, конечно. А вот у фонда «Космоску» какая есть программа поддержки художников? Я говорил об этом в самом начале. Мы
группы рассказывали об этом. Простите. Коллеги, если у вас нет других вопросов, я, наверное, благодарю всех, что вы нашли время сегодня. Вы находитесь в самых разных часовых поясах, да, от Нью-Йорка до Лондона, да, выйти с нами на связь. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что полезным было, вы нашли для себя что-то в этом обмене мнениями и практических советов для себя. И мы будем с вами на связи. Я надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки после открытия границ мы с вами увидимся. До встречи на Космос в следующем году. Всего доброго. Пока-пока.